Всем привет! С вами Елена, и вы на канале Еленитка Уфа. Ура! Наконец-то я решила отснять свои заказы с Яндекс.Маркет. Здесь у меня две посылочки будут более или менее, которые, мне кажется, для всех подойдут. И остальные товары — это немножечко замкнутых для таких, как я, на дезинфекции. То есть давайте уже приступим. Я коробки не буду показывать, потому что некоторые коробки просто не влезут в кадр. Я вам образно только покажу. То есть, например, вот. Вот это вот было в коробке, и помимо этого какой-то типа мусорного большого мешка. Вот, и давайте я покажу, что же все-таки здесь было у меня. Первое, что я вам хочу показать, это вот такие вот два средства я заказала. Так, одно я уберу, оно новое, не начатое, вот это уже испробованное. Это у нас Абактерил, концентрат, средство дезинфицирующее с моющим эффектом. Дезинфекция и мойка медицинских инструментов, эндоскопов и оптики. Оборудование, поверхности, инструменты парикмахерских, систем мусороудаления, мобильных и биотуалетов, вентиляции и кондиционеров, предстерилизационная очистка, борьба с плесенью, обеззараживание отходов и обработка транспорта. Вот такое вот средство я заказала. Когда я работала в поликлинике медицинской сестрой, мне приходилось работать с данным средством. Я убиралась после работы в кабинете данным средством. Мне оно нравилось. У него ненавязчивый аромат, такой легкий, то есть не приторный какой-то, не имеет яркой отдушки. Как бы так сказать-то? Сейчас понюхаю. Очень странно, но в бутылке вообще ничем не пахнет, но при разведении с водичкой аромат у него такой легкий-легкий. Какой-то аромат чистоты, что ли, не знаю. Инструкция ищется в интернете. В зависимости от того, что вы именно стерилизуете или чистите, разная дозировка. Я приобрела для того, чтобы мыть полы дома. То есть у меня собака гуляет на улице, хоть мы и моем ему лапки мылом, какими-либо средствами, но все равно же до конца не очищается. И, по крайней мере, раз в неделю данным средством мы моем полы. Заказала две бутылки. Одной бутылки хватает примерно, ну я не знаю, на полгода или на год, я точно не засекала. Средство, конечно, не из бюджетных, но тем не менее, оно эффективное, оно хорошее, оно шикарно работает. Вот. Далее я заказала два нашатырных спирта. Один из них вы видите сейчас на экране. Он приобретался для бабули, поэтому в данном видео я показать не могу, да, в распаковке своей. Поэтому отсняла отдельным кусочком. Вот. То есть его я отдала на дачу, она поливает растения тем средством. Вот так. И еще одно средство я приобрела для себя. Это тоже нашатырный спирт эконом, тоже объем 1 литр. И здесь у нас инструкция по применению. От пятен отмывает подошву утюга, мытье окон, от следов мух на стекле, освежает цвет ковров и мягкой мебели для стирки. Здесь все, кстати, инструкции, что для чего и как можно применять. Вернуть утраченный блеск. Далее удаление неприятных запахов, чистка благородных металлов, профилактика грибка и плесени и чистка духовки. Также это средство можно использовать, как и предыдущее, что вы видели на экране, то есть и для растений, для полива и так далее. И, наверное, покажу сейчас две посылки, которые, в принципе, могут использоваться и для простого люда, кто, как я, например, вот на этом не зациклен, да? Пришло в коробке, эта коробка маленькая, поэтому я показать могу. Здесь у нас, так, здесь у нас, как видите, вот хорошо упаковано. Здесь у нас пищевой ароматизатор. И, как видите, вот как это упаковано. Ничего не разбивается, все хорошо, все шикарно, все просто супер. Здесь у меня было заказано два пищевых ароматизатора с вот таким вот вкусом. Это просто пушка. Так, вот этот я пометила, то, что я его уже использую. Это восхитительный аромат. Я его использую в коктейле. Когда я делаю банановые коктейли, хочется что-то новенького. Я добавляю вот этот вот ароматизатор, и уже получается бананово-малиновый коктейль, но без косточек. Это вообще супер. Также его можно использовать для приготовления глазури. И глазурь будет иметь не просто сладкий привкус, да, а уже привкус малинки. Мне даже вот интересно будет проэкспериментировать с глазурью, которая лимонная. Вот, то есть сама глазурь будет кисленькая, но с ароматом лимонно-малиновым. Вот, мне очень будет интересно попробовать, но вообще обожаю, обожаю. Раньше я скептически относилась вот к этим вот ароматизаторам пищевым, а теперь я обожаю. Плюс я еще обожаю малину, и теперь вот это вообще просто фаворит. И вкусы вот у этого вот ароматизатора один в один со свежей малинкой. То есть вообще супер-супер. Далее в посылочке мне пришло вот такое вот чудо. Так, это чудо у нас уже идет на будущий год, когда будет Пасха.
Я приобрела, не помню, сколько здесь штук, это формочки для куличиков. Здесь, как видите, вот такой вот зигзаг и вот такая вот кубиком рисунок. Вот такая кубиковый рисунок. Лена, Лена. В общем, такой вот орнамент у нас. Так, здесь еще что-нибудь есть? Нет, только вот эти вот. Господи, как хорошо они сидят. Ладно, не буду вытаскивать, но, как я понимаю, здесь всего... А нет, что-то новенькое вижу. Вот такой вот еще зигзаг у нас. В общем, вот такие вот формочки для куличиков у нас на будущий год. Я, если честно, очень довольна. Я очень люблю свои куличи. У меня мама обожала мои куличи, только я не успела ее научить этим куличам, да. В этом году хотела показать, но... Но боженька решил, что не нужно. Далее у нас еще одна посылочка. Уже как бы открыто все. И тут у нас, та-дам, еще... Так... Три товара. Далее хочу вам показать вот такие вот пакетики, зип-пакеты. Размеры данных пакетиков 4 на 6 сантиметров. И давайте я вам покажу, какие они все же. Они вот такие вот малюточки. Для того, для тех, кто хочет спросить, для чего же мне такие малютки. А, элементарно. Для того, чтобы убирать бижутерию от другой бижутерии. То есть, и не только бижутерию, но также и какие-либо драгоценности. Это для того, чтобы они не портились, не окислялись, не темнели, не желтели и так далее. Штука классная. А второе, что у меня здесь в посылочке, в моем заказе, это вот такие вот салфетки. Здесь у нас трехслойные салфетки, 25 штук с надписью «Все, что вам нужно, это любовь и собака». Это просто супер. Я почти год гонялась за этими салфетками. Они не бюджетные, но мне было плевать, потому что мне понравилась надпись. Ну как? Я верю в любовь. Я видела любовь. Я знаю, что такое любовь. Собаки. Как я люблю собак. Особенно моего речульку. Поэтому я не могла пройти мимо. И однажды я в прошлом году или позапрошлом году наткнулась на Яндекс.Маркете на данные салфетки. Они где-то месяц у меня в корзине провисели, пролежали. И когда все-таки появилась денежка, я хотела заказать. И что вы думаете? Их не было. И не было их почти год. Если не больше. И вот только недавно я их смогла заказать. То есть я увидела их в наличии, сразу заказала себе две упаковки. Я от них просто без ума. Блин, прелесть, прелесть. Мне кажется, эти салфетки понравятся абсолютно всем, кто любит собак. Ну, это просто, блин, это прекрасно. Далее у меня в коробке имеются три средства. Тоже вот так вот дополнительно упаковано. Два из этих средства – это вот такие штуки. Это у нас нейтрализатор запахов с ароматом морской бриз. Это восхитительный аромат. Как видите, вот сколько уже использовано. Средство прекрасное, хорошо работает. Использовала я не у себя дома, а в другой квартире. Что же там было в той квартире? Это, может быть, когда-нибудь я и расскажу. Не знаю, поэтому говорить пока точно не могу изрекаться. Но вот это средство работает шикарно, просто шикарно. Оно такие запахи убирает. То есть то, что запахом не назовешь, а просто вонь. Тошнотворная вонь. Вот, и... Это средство, оно довольно-таки неплохо помогало. Как видите, вот сколько осталось. Его Денис испрыскал там, то есть я в том помещении не находилась. На тот момент, когда Денис распрыскивал, он его распылял на постель, на диван, в шкафах, на шкафах, где-то на обои распылял. Ну, в общем, как-то так. Средство вообще пушечное. Аромат восхитительный. Хоть, используй как освежитель воздуха. Просто обалденное средство. Далее я приобрела вот такую штуку. Это у нас спрей для удаления грибка, плесени и серого налета с активным хлором. Дезинфицирует, очищает швы и отбеливает плитку. Я приобрела это средство для своей ванной. А вот, не знаю, как будет работать. Я не знаю, у меня плесень или это налет, или что. Я не знаю, поэтому буду распылять, тестировать. Вот. И, может быть, даже вам покажу в видео. Хотя, мне кажется, такое показывать даже противненько. Не то, что показывать, даже смотреть это будет противненько. В общем, удаляет плесень, грибок и бактерии, быстро действует, очищает межплиточные швы, эффективно отбеливает поверхности, устраняет нейтральные запахи, легко смывается, не оставляя следов, обладает антимикробным эффектом. Ну, тут у нас способ применения, меры предосторожности, ну и различная информация и состав. В общем, вот такую штуку я еще заказала. И последняя у нас посылочка, тоже большая, тоже... Дополнительно в мусорном пакете, но, говорю я сразу, показывать я это в коробке не буду, потому что коробка, ну, крупная, высокая.
Я не знаю, это просто выдержит или нет, чтобы не потекло. Так, у меня был какой-то период, когда я просто не могла в магазине найти белизну. В итоге я на Яндекс.Маркете заказала 2 бутылки белизны. Я думаю, на ней зацикливаться и долго останавливаться не нужно, да? Вот, и заказала еще 2 вот таких вот средства. Так, одно убираем и показываем вблизи. Это у нас жидкое мыло с антисептическим эффектом для мытья рук и поверхностей, для применения в локтевых и настенных дозаторах. Не раздражает кожу. Это мыло в объеме 1 литр. Вот. Шикарное, шикарное средство. Аромат у этого средства приятный. Когда я работала в поликлинике, именно жидкое мыло имело такой аромат. Ну и, по крайней мере, я надеюсь, что это то самое. Учитывая, что здесь написано, так, фокус, применяется в учреждениях, где предписана антисептическая обработка рук. Жидкое мыло с дезинфицирующим эффектом обладает бактерицидной, в том числе в отношении микробактерий, туберкулеза и фунгицидной активностью в отношении дрожжеподобных грибов и трихофитий каких-то. Не оказывает пересушивающего, аллергического и кожно-раздражающего действия на кожу. Рекомендуется к использованию в настенных дозаторах. Применимо для мытья посуды и любых твердых поверхностей. Ну и тут способ применения. Мне кажется, вообще классно. То есть после того, как собака погуляли, собаки лапки помыли, вот этим средством ручки помыли себе, и чувствуем себя уже более защищенно. В общем, вот такая вот у нас была распаковка с заказами Яндекс.Маркет. Надеюсь, вам было полезно. Надеюсь, вам понравилось. Ссылки, конечно же, на эти заказы, на эти товары я оставлю внизу в описании. Если что-то заинтересовало, переходите, смотрите, заказывайте. Дело ваше. Никого не принуждаю, но на всякий случай предупреждаю. Вот. Ну и все. С вами была Лена, которая вас всех любит, ценит, уважает. Если вы все еще не подписаны, обязательно подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Я вас всех очень-очень сильно люблю. И пока-пока!